здравствуйте. Я очень рад, что вы наконец к нам добрались. И я думаю, нашим зрителям будет очень интересно, какую компанию вы представляете и как вы связаны с испытательной лабораторией. А я думаю, что конкретно с нашей лабораторией вы связаны самым прямым образом. Связаны мы уже очень давно. И, честно говоря, я в последнее время к вам зачастил. Спасибо вам за помощь, потому что мы вот сейчас как раз работаем над проектом. И вы нам помогаете в плане конкретно программного обеспечения, потому что мы решили вроде как сделать свое, а такого оборудования и такого класса и такого ассортимента, скажем так, ну больше я не представляю. То есть вот здесь именно по Москве нет, точно, это я могу сказать. Почему? Потому что, в принципе, наша компания занимается постройкой стендов, поставкой стендов и разработкой всей периферии, то есть всей возможной периферии для испытания двигателей и приводов. В данном конкретном случае, ну, так как это ваше направление, электродвигатели, то здесь, наверное, самая широкая линейка, которая, вот, наверное, возможна на данный момент, именно по электродвигателям. Ну, я думаю, стоит упомянуть, что в том числе вы занимаетесь реализацией продукции Мактрол. Тот Мактрол, который представлен в нашей лаборатории, мы покупали именно через вас. Это вот получается у нас история, ну слушайте, если могу соврать, то ли 16-й, то ли 17-й год, ну, вот как раз таки начали, и потихонечку, в общем-то, опять же, вы очень так грамотно шли, вы охватывали, брали основные, если я не ошибаюсь, вы начинали с инструментов, а потом уже вот как раз таки с инструментов, в смысле с исполнительных, это вот тормоза, и потом пошло уже контроллеры, анализаторы мощности, и вот постепенно вы создали вот такую лабораторию. Фактически получается, что путь становления лаборатории до той итерации, в которой она представлена сегодня, вы видели своими глазами. Вот, сказать, как да, вы можете оценить то, что мы делали, насколько это правильно, как делают другие? Я так понимаю, вы сталкиваетесь и с другими лабораториями. Вот, честно? Как сказать? Поначалу, наверное, ну, по классике, то есть вас интересовало, ну, как бы все, то есть мы хотим все и сразу. Естественно, ну, это опять же, это моя такая вот боль, оборудование Мактрол, оно не самое дешевое, то есть как бы то ни было. У него класс именно измерительного, испытательного, и это именно профессиональная уже среда для тех, кто занимается не только наукой, он занимается разработкой, технологией, всем-всем-всем. Я могу сказать одно, вы очень грамотно пошли, потому что, ну, во-первых, грамотно пошли, себя похвалю, вы пошли, я вам посоветовал, говорю, начните вот с этого, и потихонечку, если появляется возможность, проще докупить железо, программы, там, в конце концов, Россия славится программистами, тем более, с учетом того, что вы электрикой заняты, для вас электрика была не проблема. И вот потихонечку, поэтапно, собственно, развили и саму испытательную часть, я видел, конечно, больше гораздо, вы еще и саму и по технологии, и как вы переделываете двигатели, и как вы их там создаете, конструируете. Я это все видел, и видел, как вы по факту разрастались. Я вот честно не помню, сколько на старте. Я могу соврать, сколько мне сказали. Было, если не ошибаюсь, то ли 20, то ли 25 человек. Что-то такое. В штате вы имеете в виду? Да, вот именно здесь. Это вот какой-то вот отголосок такой, я не помню, это было очень давно. Сейчас я уже вижу, что вы планируете, у вас там, если не ошибаюсь, чуть ли не свое предприятие уже вот строится. Совершенно верно. На территории особой экономической зоны Технополис Москва, на площадке Валабушева, 5 минут на автомобиле от, собственно, тех площадей, где мы находимся сейчас, и уже возводится здание 17 тысяч квадратных метров. Чего? Немаленькое. Ну, да. Уже происходит формирование фундамента, произошла обратная отсыпка, и уже в ближайшее время, я думаю, мы сможем наблюдать, как здание начнет расти из земли. Вот, в общем-то, вот такая. Я могу сказать, что, в принципе, я взаимодействую очень часто с предприятиями, которые уже есть. И достаточно у меня малый опыт. У меня всего два, наверное, примера, которые вот молодые предприятия и организации, которые, ну, скажем, и наша организация всего 12 лет существует именно здесь, в России, мы 12 лет занимаемся испытательными стендами. С вами история получается чуть ли не половина вот, как бы существования. Но вот
пожалуй, у меня единственный такой хороший пример еще есть только в Новосибирске. Это вот, кстати, вот люди занимаются роботами. Вот вы занимаетесь именно прям базой и технологий, они занимаются уже воплощением вот какого-то такого будущего. Ну, то есть фактически мы занимаемся тем, на чем они смогут основывать свой труд в дальнейшем. В целом, да. Ну, конечно, я немного громко сказал, но тем не менее, каким-то элементом этого данная технология может... Ну, вас объединяет, вы энтузиасты. То есть вы прям энтузиасты, вы горите своим делом. То есть это вот то, что как бы ярко. И это и начальники лаборатории, и конструкторы, то есть все. Когда вот я такое вижу, это, ну, я теперь понимаю, что это вот достаточно далеко идущий план. Есть, да, ну, такое госпланирование, но оно и есть. То есть его никто не отменял. Там такого, к сожалению, рвения не заметишь. Ну, фактически, да, у нас же специалисты очень часто любят не уходить с работы, точнее, их, конечно, выгоняют, но они предпочитают оставаться и дожимать те или иные вопросы, потому что это действительно интересно. То есть многие, они чувствуют это, воспринимают не как работа, а как хобби. И это действительно очень важно. Я думаю, что именно так и должны работать технико-внедренческие предприятия, наукоемкие и так далее. И, ну, я думаю, что, по крайней мере, люди на определенных позициях должны придерживаться все же такой идеологии. Ну и, знаете, вот у меня отсюда возникает вопрос. Вы сказали по поводу программного обеспечения, и у нас тоже есть свои программисты, которые работают над нашим ПО, который, собственно, объединяет то, что мы смогли сделать с точки зрения метрологического оборудования, нагрузочных машин в один программно-аппаратный комплекс и, соответственно, позволяет получать результаты. Вот вы упомянули о том, что мы сейчас, ну, принимаем какое-то участие в создании вашей программы либо помогаем. Вот можно ли поподробнее, если это не военная тайна? Нет, это никакой военной тайны. То есть вы пошли по своему пути, потому что вам это нужно все объединять, вам это нужно все какую-то к единой точке приводить, что, ну, вы создаете лабораторию, вы создаете технологию, вы создаете то, что вот в конечном итоге будет работать на вас. Мы же пошли с другой стороны, мы понимаем, что есть вещи и программы, которые, ну, разрозненные. То есть вот один производитель сделал что-то одно очень круто, второй производитель что-то сделал второе очень круто. Он сделал программное обеспечение здесь, это здесь, но оно не дружит. А всегда хочется большего. И вот это большее, мы поняли, что все мы, естественно, охватить не можем, но единую точку мы можем начать создавать. И вот первой единой точкой это была как раз-таки свое собственное ПО для Мактрола, а дальше уже посмотрим, куда пойдет, собственно, интерес в дальнейшем у людей, которые будут заниматься испытанием. Ваше направление я понял, такое ощущение, ваш программист с нами хочет прям поконкурировать, но здесь у вас свои цели. И я понимаю, что эти цели вы копаете очень глубоко, мы настолько не уходим, если нас только просят очень сильно. Но в целом движемся вот примерно в том направлении, что мы, что вы. Ну, знаете, я думаю, что это действительно очень хорошее направление, когда вы пытаетесь объединить разные продукты во что-то общее, потому что пользователям, тем, кто будет с этим работать, действительно это очень важно. Вот на примере той же программы Ansys Maxwell, которая тоже объединяет в себе ряд программ от даже сторонних производителей, но это позволяет тем, кто занимается программным моделированием, 3D-моделированием, получать действительно результаты и осуществлять свою разработческую деятельность в том числе. Поэтому это действительно очень важное и нужное направление. И здесь я могу вам пожелать успеха и вам, и нам, как пользователям, я думаю, части чего-то тоже возможно. Вот, ну, действительно. Еще, наверное, я добавил бы, что вот это действительно стоящий подход. В чем? То есть вы все равно берете оборудование очень высокого класса. И действительно здесь есть смысл выжимать из него максимум. А выжать из него максимум можно, когда это все реально в единой системе приходит. Потому что записать отсюда, даже в одном файлике придумать третью программу, которая это все сводит, это замечательно, но это сойдешь с ума. То есть рано или поздно. Если бы это было какое-то бюджетное оборудование, ну, я думаю, вообще в этом смысла нет, потому что там, как правило, и организация не стремится к этому. Вот, поэтому мы тоже пошли по этому пути. Мы не используем дешевое оборудование у себя, в принципе, для реализации программного обеспечения. То есть это все время высокий уровень оборудования, высокий уровень характеристик, которые оно выдает, ну и, как правило, высокий уровень результата. Здесь, опять же, могу пожелать только удачи в развитии. Я думаю, что наше сотрудничество продолжится еще большими темпами и будет максимально плодотворным. Спасибо вам. Спасибо. За визит и за участие.